Стать личным секретарем Толстого для вас это величайшая честь. Мы многое должны сделать, чтобы его учение стало доступнее людям. Так рад, что вы приехали. Иногда принимаюсь чихать от волнения. Я считаю, что богатство развращает. Это краеугольный камень учения. Господи, да я об этом учении знаю все. Попрошу вас вести подробнейший дневник. От этого зависит сама судьба нашего движения. Ну как я могу бездействовать, когда воруют наследство у детей? Вы все возомнили, что он Христос. Вот и он возомнил себя Христом. Хочу вам сделать подарок. Это дневник. А вы пишите лишь правду. То, что есть. А вы кое-что утаивали от меня. Разве? Ну, мне известно, что Толстой не одобряет половых отношений и... Маша... Со мной такого не будет, я вегетарианец. А, то есть принял целибат. Речь идет только о правопреемстве в отношении ваших трудов. Да как вы смеете? Вы плетете заговор против меня в моем же доме! Они всю жизнь прожили вместе, этого мало? Вы пали жертвой ее романтического вздора. Что они знают о любви? Так вы, значит, влюблены? Ненавижу, сейчас встал! Тебе не муж нужен, а древнегреческий хор! Любовь не может быть больной. Или неразумный. Мама отказывается понимать отца. Ведь не это ли главное? Свобода, любовь. Он вся ее жизнь. Его труд — это их общий труд. Не переставал любить тебя. Не сомневаюсь. Видит Бог, это нелегко. Я, по-моему, дурно себя повела.